du lang Jetzt geht's am the white on the thing. The baby leopards, they follow the white. And the lions have got the black tip to the tail and the black backs of the ears. So the baby leopards know not to follow the lions. he's fine. He's fine. Fine. Bigger than that. He's fine, he's a big leopard. Томаса нарядили в платье из белого лоскута ткани, символизирующее победу. Существует традиция встречать каждого охотника, добывшего большую кошку, как героя. Именно так встречали Томаса в лагере. Томас очень рад, ведь леопард числится под номером один в его списке самых желанных трофеев. В лагере сегодня праздник, у всех гостей и охотников прекрасное настроение. Мы заканчиваем наше путешествие по Танзании охотой на буйвола в южной части страны. На западе огромного заповедника Селус несет свои воды река Киломбера. Обилие воды и плодородная почва создают идеальные условия для обитания капского буйвола, популяция которого самая многочисленная в этих местах. Никому не известно точное число буйволов, но их количество исчисляется тысячами. Из-за болотистой местности в качестве транспортного средства охотники используют каноэ, выдолбленное из ствола дерева. Охотники приводят его в движение при помощи шеста. Марти Кристенсен на сафари не впервые, но сегодня он собирается охотиться на буйвола на новой для него местности. Все готово, и охоту можно начинать. Все необходимое перевозится в лагерь на лодках. Гости удобно устроились на стульях внутри каноэ и теперь могут с удовольствием понаблюдать за богатейшим животным миром этой страны. Найджел Арчер – профессиональный охотник, который сопровождает Мартина и его сына Матса Флинтерапа. Килю каноэ отсутствует, и лодка неустойчива на воде. Для того, чтобы правильно грести каноэ, требуется сноровка и немного практики. Мартин не совсем уверенно чувствует себя на каноэ. Иногда приходится преодолевать мелководье вброд. Илистое дно сильно затрудняет движение каноэ. Малодушным на охоте в Киломбере делать нечего. Хотя даже промокнув насквозь, вы не почувствуете какого-либо дискомфорта. Такова температура воды и воздуха. Несмотря на то, что современное оружие и боеприпасы влагонепроницаемые, лучше держать порох сухим.